Раз, два, три. Парни, всем привет. Настала пора рассказать о киберспортивных трансляциях, о топовых, да? В нашей стране их организует компания «Эпицентр». Причем я вспоминаю, как 4-5 лет назад эта компания начинала. У них был отдельный павильон в Игромире. Да, и первые турниры по доте, они были очень скромные. Там, грубо говоря, был один наш кран поликам и простая раскладушка на 3-4 камеры. Вот, сейчас же все это разрослось, бюджет трансляции очень вырос, да, самих состязаний. То есть там огромные призовые фонды, привлечено очень много спонсоров крутых. Призовые фонды, которые получают игроки, там по несколько миллионов, да. И сама трансляция, она даже превышает по технике, превышает бюджет футболов или хоккеев. То есть... Там уже сейчас «Эпицентр» заказывает отдельную ПТС на 15 камер от Матч ТВ. Приезжает там и стократники объективы. Там, соответственно, и два наши крана поликама, которые летают над кабинками. В кабинках сидят игроки, две кабинки. И причем на каждого игрока в кабинке еще камера «Маршал», который тоже заводится в тракт в телевизионный, чтобы показать реакцию каждого игрока. Соответственно, наверху еще летает паук, да, но о пауках я как-нибудь подробно отдельно еще расскажу. Стадикам еще, да, стадикам их встречает. Как вообще построена логика вообще трансляции, да? То есть выходят команды с разных углов, их встречает стадикам, они расходятся по кабинкам, и дальше начинается игра. То есть это переключается как бы другой продакшн, то есть несколько режиссеров, да? То есть режиссер, один главный режиссер, который сидит в ПТС Матч ТВ, он собирает все камеры, и к нему приходит, соответственно, еще трансляция тех людей, и вместе со звуком комментаторов, которые комментируют игру. То есть потом все сваливается на игру, идет игра. И во время игры, когда идет, еще подмешиваются какие-то наши камеры, скажем, поликамы, которые летают, или реакция игроков. Да, но я подробно обо всем, вообще обо всем тракте телевизионном, наверное, рассказывать не имеет смысла, потому что это очень долго. И он очень сложный. Но я пообщался с главным инженером Матч ТВ, да, ПТС, Саней Талалаем. Это мой очень старый друг, старинный. Мы вообще с ним начинали еще вместе в супертехнике работать. Вот. Ну, опять же, ребята, вот я сейчас пишу звук на петлю, но там как бы... Опять у меня, короче, брак по звуку получился. Но вы должны понять, что я как бы хочу показать ребят и всех вообще такими, какие они есть в жизни. Да? То есть у меня нет такой цели, что... Да и вообще, это как бы мало то, что я как бы на своего там друга, да, там прошу его о чем-то рассказывать, так еще наставляю на него камеру, еще какие-то петли вешать. Поэтому, ребят, записался звук как есть. Опять-таки же, вот Джами, да, сыграл плюс 5. Я не помню, что это какая-то жесткая была доминация, чтобы, ну, помню, там Кикер хорошо играл, какие-то моменты. То есть все-таки командная игра, я говорю, здесь вот командный скилл общий пока на этой карте, да, Нави превалировал над командой «Авангард». И вот я говорю, единственный момент, где они могут зацепиться, да, это жесткость, которую они должны останавливать или выходить на точку. Давайте вот, поздоровайтесь. Все заходило. Как только пару раз их остановил электроник сначала, потом так они даже начали играть, и поэтому тяжело. Так, Сань, смотри, у тебя вопрос как главному смены, да? Был план, или камбэк, давай, давай, сейчас. Что лучше, Сони или Икигами? Ты на него уже отвечал. Да? Так все-таки, что лучше, Sony или Кигами? Для разных условий, да? Я знаю, что вот Sony с Кигами свести вообще очень сложно. Есть такая вещь, матрицирование называется. Ну, понятно, что можно залезть в матрицирование, там крутить. Всем друзьям мы здесь. Замечательная девушка, это Ксения Крюкова, она же Вилга. Ну да. Это разные камеры. Наша задача, как сосочек, он просто. Ксения, привет, как дела? Привет. Все отлично, спасибо. Не матрицируй их. Все отлично, знаешь, когда... Никак не получится. Смотрю, невозможно, потому что даже технические процессы, в принципе, разные. Это было, ну, да, действительно классная, интересная игра, за которой приятно наблюдать. К тому же у меня было интервью с Мишей Кейном, он сказал, что даст, вот он будет самым интересным. Если говорить про Саня, да, слушай, как у них 200, да. Как ты оцениваешь, там вообще... Направляемся. Ну, у Икигами вообще своя логика построения матрицы, я так понимаю, что у них даже цвета какие-то свои другие. Они такие пастельные. Они, да. Не, они какие-то, вот у них зеленый, он какой-то свой зеленый, понимаешь? Не, они именно такие пастельные такие, пастельные камеры.
Но все равно, в любом случае, это момент следующего средства, нужно компенсировать. В любом случае, и это не такая простая история. Да, понятно. Вот у нас этот Толян, он как сделал? Он с глаз вали сводил икигами, и он, грубо говоря, все цвета практически в ноль поставил, saturation, и уже внешними корректорами подгонял. А у тебя, кстати, есть внешняя коррекция, цветокоррекция на ПТС? То есть, если ты какой-то сигнал примешь, ну вот, скажем, тебе человек придет с фотоаппаратом, скажет, вот примите меня, с меня картинку, ты же сможешь ее подкорректировать под эти... Слушай, ну а куда нам расти дальше? Очень много людей. Я думаю, что здесь тысячи человек за два дня были точно. Куда можно вообще устремиться по Лесайк? И когда ты начинаешь играть по главе, ты себе вообще представишь. Ну, соответственно, есть монтажки. Стамбул. То есть ты в монтажке прям можешь, да? Если это как бы именно записано, то мы делаем. Нет, если записанный, да. А если прямой, то как бы ты можешь подкорректировать. Это, да, это геморрой, это тяжело. Меня очень сильно впечатлила поддержка фанатов. И туда сначала принять сигнал, подать его на пульт, а потом вернуть его обратно, вернуть его в матрицу и обратно на пульт. Ну да, понятно. Возможно. Слушай, вот смотри, вот по интернет-трансляциям, как бы, ну вот, чем они кардинально, вот, скажем, человек приехал на точку с ПТС, его заказали на вот такую вот, трансляцию киберспорта, да, киберспортивные трансляции, отличие от обычных трансляций. Ну, понятно, что 3G, да. 64. Ну, понятно. 59-24 в прогрессиве. Ну, да. А это пик команды Нави. И чего нам ожидать? В 3 гигабита в секунду. Ну, если говорить, да, то 270. Ну, как нормальный, Саня, он уже устарел, пиздец. Ладно, а вот по разводке смотри. То есть, как бы, есть продакшн, да, который, как бы, готовит спортсменов, киберспортсменов, он там делает там видео всякие. А... Пока мы здесь сидим, значит, полиция задержала мужчину, который расклеивал ложные стрелочки на полу в Икее. Он создал лабиринт, в котором терялись люди, блядь. Вот. Мы не тем занимаемся. Одна жизнь не та, да. Скучно живем. Факт, что карта Трейн всегда имела. Возвращаясь, да. Ну да. Да нет, я же ничего не устарела, и как не устарела. По поводу Аванжа, тоже очень хорошо играет эту карту. Вчера я пипел на шерри, уверен, что в своем пике поэтому. Мне нравится, что команды играют свои сильные карты. Пусть не сложится соперник, не думаю, как надо. Потому что сейчас Славян не готовы к тому, чтобы поднять, что сделать. Опять-таки же, Авангар выиграл у пас Куников, который считает, что лучше карты. Вот там 6-й, 7-й, 8-й, переход с CD на HD. Долго было. Это было очень долго. Ну вот по твоим прогнозам, скажем, а вот 12G из DI 4K, когда мы перейдем? Не, ну лет через 50 перейдем вообще. Не, ну это вопрос, опять же. Нет, просто вопрос, что... Да, и он начинает просто крошить людей. Здесь Нави не давали таких ситуаций создавать. Ну да. Кризис, причем тоже в этом матче не очень себя хорошо проявили. По статистике... Мне вот в регионах тоже люди пишут, да какой HD нахуй? Мы еще на 9К мы снимаем. Эти два игрока, они не только на 9К мы работаем на экономическом форуме. Как они себя пока устраивают, самое главное. Карты они все время готовы, они уверены. Везде еще, да. Это сильнейшая карта, они не уверены, но Авангард также кто готов? Готов производственная часть, да? Мы готовы. Ну, в принципе, да. Да нет, у широкого уже есть уже эти панасоники.
4К, ПТС-ка. Да, но еще было сделано. У нас есть время, сделано для иностранцев, да? Ну да. Но у них, опять же, у них камеры 4К по Panasonic, но трак 3G. То есть у них, грубо говоря, 4 пульта, пульт занимает 4 этих, 4 входа. И у них получается пульт 30-канальный превращается в 8 каналов. Слушай, но ведь именно чемпионат мира, да, там был 12 GSDI трак, да? Там не было тоже? Мы сейчас работаем. Ну да, да, да. Мы сейчас работаем 74, 60, а не 60. Там тоже был 3G, да? Это получается, там было несколько просто машин, получается? Там не было машин. А, там вообще было все. Вообще было формирование. Формирование, да. Не только в этом формате, но на самом деле было несколько формат. Аналитика отправляется на вторую карту, он с нами против в ангар. И вы прекрасно понимаете, что сейчас нужно сделать, да? Пошумим, дядь! Ну, опять же, да, как бы, это же вопрос такой, что же, мы формировали в одном, потом понижали, а конвертировали и так далее. Вопрос исходника. Да, сейчас вот у нас будет, наверное, какой-то момент рейд. Я понимаю, что наш компания, если интересное решение, но эти три игрока достаточно быстро перенесли на Аплэн, потому что мы и так у нас все сами. Ну да, но вам уже нет смысла перескакивать на что-то другое. Да, просто не смысл перескакивать. Опять же, мы тренируемся с Сони. Ну да. Потом задолбайтесь сводить. Конечно, поэтому если Сони... Я, кстати, слышал, что Сони разных поколений, их тоже иногда тяжело свести. Даже вот матрица с завода уже другого, это ее тоже будешь сводить черт знает сколько. Тоже, ну вот здесь вот на таких трансляциях, на киберспортивных, здесь же получается, тебе нужно организовать, принять с машин и, соответственно, принять как с игры, да? То есть это получается один, здесь получается два режиссера или один? Если это можно сравнить с тем, что как будто ты работаешь на пристежке к какой-нибудь машине, допустим, на Лиге Чемпионов, на Олимпиаде. То есть конкурс-подкаст, который формирует игру, в данном случае этим занимается отдельная комната, да, который формирует программу игры, да. То есть там режиссер отдельный, который тыкает между игроками. Он формирует всю игру. Это своя история. По факту, мы получаем оттуда уже собранную программу. Собранную программу игры, да? И заводишь ее в пульт, и также, грубо говоря, уже миксуешь с живыми камерами. Дальше наша студия, наша там... Ну, понятно. Все, что живое, это уже ваше. Поляна, опять же. Ребят, масштаб вообще, конечно, поражает, да, то, что вообще у нашей киберспортивной команды, скажем, Нави, да, столько болельщиков, а, причем, по-моему, количество болельщиков, наверное, такое же, как у клуба ЦСКА, да и сама команда Нави, она, это уже, наверное, не просто команда, а клуб, потому что у Нави очень много там киберспортивных дисциплин, практически все киберспортивные дисциплины там, и Dota, и Contra, и World of Tanks, все как бы во всех дисциплинах у них есть свои команды. Поэтому Na'Vi это практически уже клуб со своими болельщиками. Вот. И киберспорт развивается, развивается, развивается. Вот. И я считаю, что вообще за ним будущее. Почему я так об этом говорю? Потому что я сам вообще... Я сам не киберспортсмен, конечно, но я геймер. Причем я не просто какой-то геймер, а я вообще... Вообще я статист и очень крутой геймер, потому что... У меня World of Tanks Blitz, у меня стата 62% побед. А до Blitz, кстати, в Блице у нас есть своя команда телевизионщиков, да, там операторов с первого канала, ПТСников с XXL. У нас есть своя турнирная команда, и у нас есть свой клан, который называется Sub-Zero, да. А до Блица я 5 лет играл в Lineage. Причем я играл очень серьезно, я этой игре отдавал там 24/7. То есть, ребят, вот я 5 лет отдал линейке. У меня там остался чар, который стоит 500 000 рублей, да. То есть я его 5 лет прокачивал, у меня там 101 левел. Соответственно, у меня там орк был, тоже с ником Африка. Кстати, вот мой канал называется, да, Антон Беляев, Африка. Это как раз мой игровой никнейм.
да, причем он в World Blitz, он, соответственно, был в линейке, да, вот у меня был Destor, я его качал-качал, там у меня был целый клан, был целый пак, пачка, я, конечно, не был КЛом, но мы тоже, вот я прям в свой выходной просыпался с утра, шел, закрывал все инсты, потом, соответственно, вечером начинался прайм, и мы шли там по всем РБ, закрывали все эпики, да. И это вот бесконечно, вот я вот так вот качался, у меня было куча твинов. Если вы ничего не поняли из того, что я сейчас сказал, да, значит, вы отстали от жизни. Вот, но, конечно, когда у меня появился ребенок и семья, на линейку мне уже времени вообще не стало. То есть сейчас у меня время только, чтобы работать, заниматься семьей, ну и вот еще пытаюсь выбить время на то, чтобы запилить вам видосики. Вот, поэтому киберспорт развивается, и он будет развиваться, я в этом абсолютно уверен. И, может быть, он даже скоро переплюнет обычный спорт. Вот. Да, он, наверное, скоро переплюнет. Надеюсь, кому-то было все это интересно. Ребят, всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.